Уважаемые, всех рад вновь приветствовать на этом канале. Саня Сумской, как всегда, по возможности на связи. Подъехал очередное коротенькое видео, в котором посмотрим типичный такой маленький дворик одного из районов западного Лондона. Наблюдаем. Ну что, ребят, начинаем наш коротенький обзор одного из компактных двориков западного Лондона. Не может не радовать пение птиц с утра, да, так как немного зелени, есть деревьев. Понаблюдаем, как тут все компактно сделано. Так, значит, есть такая вот небольшая парковка для велосипедов, для местных жителей. Еще где вход в площадке. Есть площадка спортивная и рядышком какая-то другая. Сейчас посмотрим. Но здесь, как вы поняли, уже выход на центральной дороге, да? С любого выхода, где выйти. Уже центральной дороги, там ванизм, выхлопные газы. Дешевые машины по 500 фунтов ездят. Просто невозможно находиться там. Тут хоть какой-то свежий воздух. Так, тут вот беседка еще имеется такая вот. Какие-то кустики, растения. Осенняя, видимо, обстановка. Много опавших листьев. Так, а вот, собственно, и есть вход в площадку спортивную. Так, что здесь на площадке на этой? Асфальтное покрытие. Видим, площадка тут сразу для всех видов спорта. И баскетбол, и футбол, и футзал, и гандбол. Все, в общем, да? Так, спортивную площадку посмотрели. Здесь сразу же за забором. Видите, за забором никакого разделения нет. Ничего, сразу идет детская площадка. Горка есть, качелька есть. Вторая качелька и лавочка. Вот так вот все компактно сделано. Земля, вы знаете, в Лондоне дорогая, поэтому... Каждый сантиметр на вес золота, да? Вот так вот тут, ребята, люди живут. Но это еще такой более-менее дворик попался. Так, давайте еще с этого ракурса посмотрим. Ага, тут две, кстати, лавочки. Я что-то подумал, одна. Две лавочки есть вот. Такой дворик. Еще и стройку одну забабахали здесь. То есть ранее здесь этот дворик был, видимо, чуть побольше. На этом этот ролик подходит к своему завершению. Всем, как всегда, спасибо за внимание. До связи в новых видео. Пока-пока.